Салим, очередной Рено Дастер. У нас сегодня в работе на полную шумоизоляцию. Будем полностью делать по максимуму, насколько это возможно. То есть разобран весь автомобиль. Начнем с багажника. Арки, голые крылья, по все, насколько это возможно, будет проклеено, прокатано вибро и шумопоглощающими материалами. Разобрана крыша, так как будем делать ее. Полностью будем проклеивать все и прикатывать. С завода есть небольшой кусочек вибропоглощающий, но этого недостаточно. Все это будем устранить, подобный звук. Также будет проклеен весь пол. Вычищается, обезжиривается. Все, и будем наносить материалы. Есть небольшие пласты, вот тоже заводские. Их трогать мы не будем, все проклеим поверхность. Разобранные двери у нас. Также будет проклеена внутренняя полость двери. Вибро и шумопоглощающим материалом, и далее с внешней стороны все по максимуму, насколько это будет возможно, все закрыли и соберем. Приступаем к работе. Так выглядит крыша в работе. Первый слой нанесен, раскатан валиком, все сплошняком, и затем наносится второй слой шумопоглощающий таким же образом поверх первого. Это вот так он будет выглядеть в итоге. Доклеим и будем собирать. Вот таким образом наносится вибропоглощающий материал первым слоем. Насколько это возможно, все везде проклеено. Полностью. Пол. Арки, в крыльях, проклеены дверь у нас, первый слой, вибро. Таким же образом наносится и прикатывается. Материал предварительно разогревается, наносится. Завершили работу с вибропоглощающими материалами. Приступаем к нанесению шумопоглощающих материалов.